Терпел поражение, я просто пошел дальше. У меня есть такая песня «Все успеть». Это моя такая сверхзадача, с которой я пришел в этот мир, мне кажется. Поэтому так много еще впереди всего нужно сделать. Я очень много и долго работал, и еще больше времени я мечтал о том, чтобы выйти на большую сцену, поэтому сейчас отворачиваться от этой мечты и что-либо менять, даже какой-то самый маленький нюанс, было бы глупо. Никогда не думаю о том, что будет потом. Моя музыка ведет меня. Я рад, что у меня есть очень много сил для того, чтобы развиваться, продолжать делать свое дело, чтобы нести музыку своему зрителю. Мои зрители, они всегда со мной. Я не знаю, что я живу ради них, что вся моя музыка о них. Читать их истории, мне хочется узнать их поближе, и это невероятно приятно, когда в финале концерта мы все становимся одной большой семьей, которая поддерживает друг друга, которая держится за руки. Когда они поют в унисон мои песни, это самое большое счастье. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и поддерживал, и будет поддерживать.